я возьму мои колечко и ты. Ира, я ухожу на работу. Лизуна, не бери, сама не играйся. Хорошо. Хорошо, папа. Если я нашла его. Вот такой вот Лизун. Сейчас. Пока папа ничего не видит, то на работу потом сейчас поиграемся. Туда это заметит все. Интересно, Пэт. Посмотрим. Ого! Лего! Липота какая-то. Пойду сейчас руки вымою. Пойду руки я вымою. Кажется, он бежал, смотрите, хорошие лица. И про. Выходи, я с тобой хочу познакомиться. Сейчас я тебя выгоню. Эй, выходи давай. Чего ты там застрял? Сейчас достанем тебе ты. Фу, какой ты лепкий. Ладно, я не люблю лепкоты, но на это. А ты и правда живой? Да, я живой. Вот видишь, какой я. Ясно. Давай с тобой играться. Так, а где твой глаз? Не понял. А я липкий, понимаешь? И у меня тут глаза нету. Ладно, сейчас найду твоего там глаза, твоего липкоте. Вот он где. Сраный глаз. Вот туда, как это. Какой классный. Давай, короче, через с тобой дружить будем. О, точно, папа же говорил, через час он придет. Ну, тебе куда-то прыгать. И? А ты же не отлипаешь. И запахом ты пахнешь своим нелюбимым. Ладно, придется показать, что я достала тебе. Точно, у меня идея есть. Давай. Давай ты сам залезешь в коробку. Ладно, сейчас свой класс. Ну ладно, залезай. Эй, давай, чем будь. Эй, ты еще живой, господи. Закрой тебя. Так, куда положить бы коробочку, чтобы никто не нашел. Знаю. Я тебе здесь прячу, чтобы папа не... Чтобы я ему не рассказала, что он тебя не нашел, потому что скоро, кажется, он придет. Еще надо прибирать эти игрушки. Ладно, завтра поиграемся, а сейчас нужно все игрушки засунуть.